Первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Александр Бударин провел прием граждан. Основные вопросы, озвученные при личной встрече, касались проблем в сфере ЖКХ, благоустройства территорий, улучшения жилищных условий, ремонт сельских дорог. Большинство из пришедших граждан на прием зачастую являются именно жителями районов. Всего же за текущий год состоялось более 500 личных приемов граждан. 400 обращений в адрес региональной власти удалось решить положительно.